НАК «Нафтогаз Украины» допускает полное отключение Киева от горячей воды, если «Киевэнерго» не погасит задолженность за природный газ. Об этом заявил глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. «Мы сейчас ведем переговоры. Если не найдем никакого решения, мы будем вынуждены отключить», – заявил Коболев. По его словам, это может привести к частичному или полному отключению горячей воды в Киеве. По состоянию на 1 июня долг «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» за газ составлял больше 2,5 миллиарда гривен. При этом «Киевэнерго» обязалась погасить эту задолженность до 1 октября двумя частями. Половину до 1 июля, половину до 1 октября. Сегодня в «Киевэнерго» сообщили, что 23 июня компания начала отключать жилые дома от горячего водоснабжения в связи с задолженностью столичных ЖЭКов. Долг коммунальных жилищно-эксплуатационных организаций, по информации компании, на начало июня превысила 838 миллионов гривен.